Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. Остановка вокзал. Я вижу, привезли лилии. Таких не было. Лилия восточная. Смотрите, какая классная. За 99. Не знаю, сколько здесь. Одна, две. Вот такой аромат стоит хороший. Один клубень. И вот такой розовый. А еще пионы. Тоже, смотрите, корешки, пионы, 60 сантиметров за 199, розовые, бегонии, по-моему, были уже, и вот такие лилии были, которые я покупала. Прованские травы у вас дома, коллекция семян, шалфей, лаванда и душица. Здорово. Цены нет, наверное, 51 рубль. Не устаю повторять. Вот эта сетка садовая для вьющихся растений. Она стоит 50, по-моему, 1 или 55 рублей. 2 на 5. Очень хорошо подходит для огурцов. Она у меня даже осталась. И я могу в этом году еще раз подвесить огурцы. Прекрасно вьются. Так что берите прям смело. Пока еще в магазинах она есть. Декорации. Груши, лимончики, груши на одной веточке, нормально, 55 рублей. Такие из пенопласта, а такие эти пластик, и такие из пенопласта. Какие картины за 199 в рамках. Репродукция в рамке 42 на 33 сантиметра, довольно-таки большие. Для создания объемной композиции используйте настенный декор, репродукцию в рамке 32 на 32. Это получается, значит, одну такую большую, а одну маленькую. А вот эта маленькая за 149. Та 199, а это 149. Мне нравится, как вот потертости вот такие. Сейчас покажу поближе. Можно выбрать, наверное, в тон. Сейчас я покажу, какие есть. Вот такие же, как на рисунке. Есть большая и маленькая. Интересно. Вот это можно тоже, большую и маленькую. Мне нравится, класс прям. Представьте, как красиво будет смотреться. Вот одна большая, одна маленькая. Шикарно. Девчонки показывали вот эти шарики. Я все не знала, что же это такое. А это резинки канцелярские. Ну, как здорово намотали, как хорошо смотрится. Вообще 55 рублей. Универсальные. Смотрите, как будто поляна цветная. И подушки. И сидушки. И что здесь только нет. А сумок сколько выложено. Просто огромное количество сумок. На любой вкус. Я ни в одном магазине так не видела, чтобы были выложены сумки. Их так много, оказывается. Куклы Артур и Аврора. Антистресс опять новый. Бесконечно они добавляют, добавляют. А вот какой. С мишкой. А это кто? Это. Не знаю кто. То ли птица, то ли еще кто. За 77. Какая мельница для песочницы. Для песочка. С лошадками. Хорошая.
Одна лопатка, одна формочка и мельница. Только я вот не вижу, вот лопатку вижу. А, вот все вижу, и лопатку, и формочку, все вижу. Игровой набор, мебель для кукольного домика. Кукольный домик продается отдельно. Смотрите, вот мебель. Стоит 199 рублей. Гостиная, кухня, спальня, ванная и детская. А здесь какой интересно, от 6 лет. Здесь, наверное, тоже есть и гостиная. Все, наверное, есть. Где же прочесть-то? Изготовлено из полипропилена и полистирола. Ну да, набор, наверное, все-таки здесь, как показано, есть различные комнаты. И я так думаю, совсем недорого. Можно даже домик не иметь, а играть с мебелью. Просто отлично. Декоративные бабочки. Они на прищепочках. Разные цвета. Есть и розовые. А птички здесь всегда есть. А вот бабочки интересные. Нежненькие. Сейчас посмотрим, из чего состоят. Перо, железо и пенопласт. ПП. А где здесь перо? А, из пера сделаны. Крылышки сделаны из пера. Вот эти какие яркие. 51 рубль. Здесь тоже сумки висят. Носки мужские. Сделаны в России. Размер 41-43. Полосатые. И они вот прям видно, что они большие. Разные расцветки. Не знаю, но мне кажется, они просто огромные. Мне кажется, побольше это размер, не такой. Ну, может быть, не знаю. Изготовлено в Краснодарском крае, в городе Армавире. И состоят 80% хлопок, 15 эластан, вернее, ПА-15, эластан 5. И состав неплохой, 80% хлопок, неплохой состав. Кто ищет на широкую ножку, мне кажется, вот это все подходит на широкую ножку. Так что вот такие вот, смотрите. Лопатки большие по 55 для песочка. Кегли. Много всего такого яркого. Конусы различные. Ракетки. Подготовились уже к лету основательно. Маски для подводного плавания. Куклы-феи. Офелия. Щетка для мытья массажная. На длинные ручки. Деревянная. И еще здесь есть ручка. Видите? 40 сантиметров за 199. Состоит из дерева, полипропилена и резины. Мне нравится, хорошая. Я в прошлый раз показывала вот такие мыльницы. А сейчас в этом магазине есть стаканы. В том магазине не было стаканов. Наверное, не успели они выложить. А здесь выложили стаканы и мыльницы. Мыльницы 55, а стаканы 77. И разные расцветки. Книги. Дорогие коллеги, за кассой, в торговом зале, на охране, какой бы ни была ваша должность, вы работаете для того, чтобы население нашей страны могло продолжить приобретать все самое нужное, хоть сейчас... Раскраски. Я одно время вот такую искала, рисуй водой. Это вот для самых маленьких. Когда ребенок маленький, это прям незаменимое. Мы рисовали... И пальчиками, и всякими кисточками. Видите, закрашиваешь, оно потом красится, высыхает и опять становится не закрашенной. Ребенок сидел у нас, я не знаю, ну не часами, но подолгу.
Они разные здесь, за 99 рублей. Отличные. Вот, кому надо, идите, покупайте. Там, я не знаю, прям со скольки лет можно. А это с наклейками за 55. Вот это вот хорошая вещь. Хочу купить вот таких два контейнера. Я купила семена физалиса. Никогда не сажала. Посмотрела в интернете, надо посадить. Всего месяц он должен расти. А потом можно пересадить в грунт. Вот не знаю, зайдет, нет. Но вот возьму два контейнера сейчас таких. И землю. И такую в запас возьму. А то сейчас я нарекламирую, все разберут, и я останусь. И ничего не будет, пусть лежит. А еще мне надо фломастеры. Вот такие, наверное, сейчас возьму за 99. А еще вот такие есть. Не знаю, какие взять. Наверное, все-таки такие. И удобно складывать. Ладно, возьму те. Так, это взяла, и осталось мне взять печеньки. Вот, и печеньки взяла за 55. Мультизерновое печенье. Все, кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.